помним, что масло имеет большую теплоемкость, поэтому у нас плитку мы выключаем. Если бы мы его довели до конца, то у нас бы получилась морковка, пережглась бы. Вон, видите, как красиво. Морковь, кроме того, окрашивает жир в оранжевый цвет. Окраска жира получается более яркой, если прогреть с томат-пюре. Вот у нас томат-пюре. Прогреем с томат-пюре. Присутствие на поверхности супа блесток, окрашенного жира, придает ему привлекательный вид. Блинчики нравятся. Добавим томат пюре, чтобы больше у нас цвета получилось. Вот так вот. Вот видите, какая оранжевая становится, когда томат-пюре добавили, такой красивый цвет становится у морковки. Помним, что масло имеет большую теплоемкость, поэтому у нас плитку мы выключаем. Если бы мы его довели до конца, то у нас бы получилась морковка, пережглась бы. Вон, видите, как красиво.